Всем здравствуйте, меня зовут Ника. Сегодня у нас будет обзор на натуральные хвосты на липучке и на ленте. У нас натуральные хвосты высокого качества от лучших поставщиков, которые служат годами. Хвосты на ленте и на липучке идут от 30 до 72 сантиметров. Сегодня вам покажем именно натуральные хвосты. Давайте посмотрим самую первую модель. Она у нас идет 72 сантиметра. Волосы гладкие, прямые, шелковистые. Плюсы натуральных волос в том, что их можно завивать, выпрямлять, используя щадящий температурный режим 150-160 градусов. Также их можно красить. Данный хвост у нас представлен на ленте. Мы завязываем либо высокий хвост, либо низкий. И обвязываем ленту поверх хвоста, вставляя гребешок в основание хвоста. И обвязываем лентой наш хвост. Также можно либо прядью, либо платком скрыть нашу ленту. Также на ленте, видите, я вам показывала 45 сантиметров, есть от 30 до 72, как я говорила. Абсолютно в разных оттенках, от светлого до темного. Уточняйте в комментариях, спрашивайте, пришлем вам ссылки на натуральные хвосты. И давайте посмотрим другую модель уже на липучке. Посмотрим длине 30 сантиметров. Когда вы получаете хвост, его нужно расчесывать с самого низа, главное расчесывая потом наверху. Также можно выпрямлять, да, взбивать и так далее. Вот такой гребешок есть хоть на ленте, хоть на липучке. Его вставляем в основание хвоста, основание это вот здесь. Он так хорошо фиксируется. Тут у нас липучка вот с такой прядью волос. И мы этой прядью обматываем хвост. Эта прядь у нас для того, чтобы липучки у нас не было видно. Фиксируем невидимкой. Вот такой у нас хвост на липучке, длине 30 сантиметров. Кто спрашивает, как держатся хвосты, держатся хорошо за счет гребешка и туго затягиваем либо липучкой, либо лентой. С вами был магазин париков Парикру. Будем рады вас видеть у нас в магазине.